Привет, скажи, где у тебя, откуда эта игрушка появилась? Это игрушка, потому что его папа достал, выиграл, молодец, с автомата. Такой пап молодец. Погода сегодня. Ой, какие тучи. Сходили в магазинчик, будем делать салат, вот овощи. Купила черри, нравится. Арите купили гитару. Да, Рита? А еще ритон, как обычно. На свой вкус и цвет. Чай взяла новый попробовать. Не знаю, уже какой чай. Чай был такой подбит. А это в холодильник, да, Рита? Курица у нас уже в духовке. Сейчас скажут, грязная духовка. Вот. Сейчас будем делать салатик. Это, конечно, не с грядки, но все равно вкусненько будет. В общем, сейчас у нас будет разделка кокоса. Да, Рита? Да. Мама, я тоже буду снимать. Нет, ты не будешь снимать. Я буду. Рита, подожди, убери курицу подальше. Мама. Вот, в дырочке я же приготовила. Вот таким способом себе. Туго? Вообще не сверлит. Смотрите, прямо лицо. Мама, я тоже Рита, хочу. Рита хочет снимать, потому что это новый телефон. Давай. Да подожди ты. А, сильно не надо, там же молочко. Сыпи? Да. Ну, подожди, ладно. Вот. Ну, вообще, вот это глаза. Но он не очень, да, ты говоришь? Ну, на вкус непонятно. Нет, он вкусный в коктейле. В пиноколаде он, конечно. Теперь моя очередь. Вот сколько получилось. Сейчас надо кокос извлечь. Теперь моя очередь. Сделали отверстие. Во рту. Рита, и вот так вот ножичком потихонечку разделал. Кокос! Треснул, яс. Пумсы-кота. Риточка, давай подальше. Просто. А как достать, да? А зачем? Надо еще попробовать будет тот питьевой взять. Есть еще кокос не такой волосатый, а белый. А можно сейчас уже все с той стороны. Пусть он с одной стороны отвалится. Его никто, я тебя уверяю, его никто там не съест. Мы его выкинем вот тут. Ну, как не съем? Да не съешь ты его. На последнем герое едят, и я не съем. Ты будешь жарить. О, давай сидеть как последний герой на рисе и на кокосе. Возможно, даже не на этом. Это была шутка. А мне меня тоже мало. Да ты чё? Да, о, точно. Чем? О, сейчас. Я тебе говорю. Рит, давай, пошла жара. Давай. Давай. Не, не получается. Не получается. Отойди, трещина пошла. Ой. Все. Отойди. Обратите внимание, девочка сбитый. Это ребенок, в смысле? Это как ее? Ребенок? Да. Они еще там на последнем герое делали же эти тарелочки-то у них были. Так да. Ты заметь, ну у них там свежий он, конечно. Мягкий, наверное. Риточка. Мама, а где работать? На заводе. Где?
что работать-то? А ну, параллельно у меня маринуется курочка. Не заработает. Чё? Чё? Видео. Игру. Со столешницей что-то не так? Да, мама, ну кричи. Тихо. А я тебе тоже покажу еще наш один красивый столешниц. Как удобно? Да. Нет. Что надо? Я хочу видео мое. Ну смотри, которое ты сняла? Нет. А что? Я хочу, как у тебя... Нет, я это не хочу снимать. Да, вот. Так ты хочешь или не хочешь? Да что? Это только одно. Давай, мочи его. Так это крутишь, что ли? Да. Все, вскрыли кокосину. Ну, я как бы не очень. Ну, попробую маленькую. Саш, тебе как? Как кокос. Как кокос? Ну. А, вкусно. Вот недавно мы что-то... Помнишь, кокос брали? Я не помню. Лас Вегас. Ну все. А есть еще не такие волосатые, а гладкие. И у них там прям клеймо. Не помню какое. Мам, как надо делать? И, на них, и написано, что они питьевые. Не знаю, что за приколы. Ну, вот так.